Мощный взрыв прогремел сегодня в Одессе. Взорвался автомобиль «Жигули». Поначалу в СМИ появилась версия о том, что причиной стало неисправное газовое оборудование в машине. Но позже полиция заявила об уголовном характере происшествия. Все подробности далее в материале. Все произошло в 10 утра на улице Жуковского. Это центр Одессы, недалеко управления СБУ. На воздух взлетел автомобиль «Жигули», начался пожар. ВАЗ-2101, или, как говорят в народе, «Копейка», сгорел дотла. В салоне людей не было, никто не пострадал. На данный момент известно, что причиной возгорания стал взрыв неизвестного устройства, тип и происхождение которого устанавливают специалисты национальной полиции. В полиции говорят, у происшествия уголовный характер. Дескать, некие злоумышленники заложили в машину безоболочное взрывное устройство. Правда, с какой целью, непонятно. Известно только, что зарегистрирован автомобиль на 68-летнего жителя Днепра. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». За характерними пошкодженнями вказаного автомобиля чітко визначається місце вибуху. Це район заднього лівого пасажирського місця. Тротиловий еквівалент підірваного заряду складає близько 600 грамів. Стоит отметить, что за последний месяц это уже второй подобный случай в Одессе. Опять же, в центре, ночью, на улице Морозлиевской, взорвали автомобиль Toyota Camry, который находился на охраняемой парковке. По данным полиции, детонировало радиоуправляемое устройство. Неизвестные подложили его под колесо. Никто не пострадал. Принадлежал автомобиль военному пенсионеру. Андрей Настасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.